Еще. Вы видели когда-нибудь, как он на вас смотрел? И, конечно, я не знаю, показывал он вам. Мне многие говорят, он так, он так смотрел. Он, вы когда читали стихи, я помню, на репетиции особенно я помню, потому что так во время уже спектакля нашего, так уже не посмотришь. А я помню, что я смотрел, и он прямо, он восхищенно, с такой любовью. И, во-первых, не просто на вас, как на любимую женщину, он смотрел, как вы читаете стихи. Он в этом видел, знаете, можно сказать, мастерство большое. Он видел в этом ум, он видел в этом цену слова.